Hi guys, привет, ребята, привет всем моим любимым фолловерам. Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня, как всегда, по традиции, мы будем делать губы. Этот ролик вы увидите после того, как я уменьшала лидазой свои губы. В основном это была верхняя губа. Вот, и я там кое-что убирала. Вы это увидите в предыдущем ролике, спуститесь ниже, потому что это будет в хронологическом порядке выстроенные ролики. Вот, а сегодня я опять увеличу, акцент будет на верхнюю губу, как всегда, но здесь я нивелирую болюсы и здесь по краям тоже вколю, и, может быть, в серединку, если хватит, потому что у меня всего лишь один филлер пока что сейчас под руками. Вот, это мой любимый Принцесс, один из, с лидокаином, потому что другого, к сожалению, не было. Но мне срочно сейчас нужно вколоть, и пока что это единственный вариант, который у меня есть под руками, потому что я сейчас улетела в другую страну. Короче, я сейчас в стране, где крайне жарко, я поэтому вся мокрая. Я включила кондиционер, но он так себе работает, как-то, не знаю, непонятно. Очень влажно здесь, и, короче, вообще ужас. Но нужно приспосабливаться к любым вариантам погодным. Поэтому сегодня будем делать губы, как всегда, хлоргексидин, ватные тампоны. Ну, короче, начнем. Я не буду слишком много комментировать, вы увидите после результата. По возможности там буду смотреть, как будет проходить процедура, потому что когда много болтаешь, это может как-то помешать нужному результату. Вот. Как всегда, будет вздернуто вот немного верхнее, это меня интересует, вот здесь вот так вот, и болюсы нивелировать. И акцент, конечно, туда, где я вколола уже лидазу, где гиалуронка рассосалась. Сейчас, после того, как я вколола лидазу, это прошло где-то 4 дня. 4-5 дней выведение полностью происходит данного вещества. Так. Вот, пока я готовлюсь к процедуре, ставьте лайки сразу, подписывайтесь, те, кто не подписан до сих пор, ставьте колокольчики, чтобы не пропускать мои новые видео. Я постараюсь почаще загружать. Во время карантина была очень занята разными делами. Сейчас он все еще есть, этот карантин, но его как бы нет. Короче, сейчас лето. Поэтому, в принципе, я надеюсь, что смогу больше вас радовать контентом. И себя тоже, потому что мне все-таки это очень нравится. Это изначально выросло все из этого. Вообще, это мой не первый канал. У меня были до этого каналы. Я с самого начала зарождения интернета в интернете веду разные блоги, соцсети и все прочее. И я помню те времена, когда YouTube еще знали только избранные, так скажем. В их числе была я, которые загружали туда ролики, потому что я снимала там разные другие ролики еще. Тоже были там путешествия, кинематографические ролики. Вот, короче, ну, те каналы я не веду, вот, этот посмотрим, насколько мне хватит. Короче, открываем. Так. Снимаю на фронтальную камеру, поэтому вам может казаться, что куда я смотрю странно. Короче, тут приспособилась. Потому что я забыла штатив, взяла с собой свет, оказывается, забыла в другом чемодане штатив. Так-с. Короче, ну я начну, наверное, с нижней. Я сейчас полусижу в позе йога.
Если вы слышите какой-то шум, это недалеко, стирает моя машинка. У меня так много белья накопилось, пока я пересекала все границы. Вы увидите эти ролики, наверное, уже после того, как я сделаю, выложу прогулку, потому что их смонтировать куда легче, быстрее. Остальные требуют очень много времени. Пока что у меня его нету. Так, все протерла. Ну и приступаем. Для тех, кто хранит филлер в холодильнике, но их так и нужно хранить, предварительно перед процедурой чуть пораньше их вытаскивать, чтобы они успели немного подразморозиться. Они, конечно, сильно разморожены, потому что хранятся там на дверке. Oh my God. Так, немного здесь пройдусь, там немного пройдусь. Так.
Ну все, тряпку вот здесь, так что. Ну. Как ты говорит готов. Это все так любит. Кстати, все те, кто хотят прорекламировать свои препараты, кто является дистрибьюторами, поставщиками, продавцами, владеет своими косметологическими магазинами, хотят прорекламировать свои филлеры, все сопутствующие косметологические материалы, препараты разных фирм, присылайте свои предложения, и я рассмотрю их. И мы можем сотрудничать. А присылать предложение можно на почту под видео. Оставлена ссылка. Также на мой бизнес Инстаграм, на обычный Инстаграм. Все это прикреплено к главной странице моего YouTube-канала. Так, ладно. Хватит красоваться. Мне прям нравится вид крови. Thanks.
Если еще останется, я еще посмотрю, здесь пройду, может быть, посерединке точно, или по краям посмотрю, как там будет. Так, ну и приступаем к верху. Не губи. Сначала вот здесь вхожу посерединке, потом уже по всему контуру. У меня стекла на ганце. Вообще лидокаин внутри филлеров дело бесполезное, потому что более болезненно это сам укол, когда игла входит в губу. А, как бы, ну, то, что ты чувствуешь препарат, это нормально, и ты понимаешь, что идет вовнутрь губы, когда, например, сам себе колешь, это особенно важно, потому что как бы все чувства смешиваются воедино, и тут... Короче, важно все чувствовать на самом деле, потому что это не то, как ты делаешь себе, и твои чувства абстрагированы от чувства клиента. Вот. Блин, мои ноги. Офигеть. Я сижу на кровати.
Так и так возвращается в обычное твое состояние, к которому ты привыкла уже. Наполняется вновь. Если дома еще один в школу и к этой губе перейдем.
Ну. Так, сменим угол. О май гад. Сейчас. Офигеть, вот это да. Такой бачок, короче, снялся. Макс. Страшно, Макс, не буду. Потому что у меня ноги сейчас затекли, у меня такая какая-то мудражка. Потому что сидеть нормально.
И сектор у меня в середину направлен.
Сейчас я докажу сейчас. Где нормально. Ну все, теперь я умру. Здесь еще там заполнить.
получился. Теперь массируем. Ну, вроде нормально заполнилось. Может быть, еще остается один понадобится филлер. Да. Я наконец заходила из комнаты. Гораздо лучше, когда меньше болтаешь, больше концентрируешься и делаешь. Все, потом 1 миллилитр я добавлю, а может быть 2, а может быть 3, может быть 4, кто знает, посмотрим. Так, губы гадюки с характерными вкусами. Так, гиалуроновая гадюка, гиалуроновые губы гадюки, что там, hyaluronic wiper, это все я. Так, мне очень нравится. Сразу появился московский акцент, luxury. Так. Короче, я еще потом буду вкалывать. 1, 2, 3 миллилитра больше. Через какое-то время посмотрим. Сегодня там куча дел других. Если колоть горизонтально, будет еще круче, но я все ее сама горизонтально не могу, пока колоть. Если, конечно, я себе наверху не сделаю свет, зеркало и лампу, да, норм. Хорошая идея. Посмотрим. Долго можно сказать, конечно. Ну, все, хватит. Такс. Все, я более-менее подсохла. Так что всем спасибо за просмотр, мои дорогие. Я очень рада, что вы со мной. Ну как вам мои губы, зубы? Пишите в комментах, ставьте лайки. Все, пока-пока. Лавки.
как-то выкрутиться. Короче, парижская техника the best. Короче, потом еще в колю. Здесь больше их развернул. Вообще бантик, вообще сердечко. Ну, парижская техника реально крутая. Mm-hmm.